Привет-привет. У нас без 28. Я жду курьера. И котики ждут курьера, потому что он несет им еду. И еще у меня есть черноплодная рябина. На заморозку. В принципе, она уже достаточно спелая. Ее, по-моему, собирают, да, в конце сентября, начале октября. Не знаю, но она спелая, мне, в принципе, для компотов вполне сгодится. Не знаю, может, надо было побольше сорвать. Можно вас немножко подвинуть со стола? Давайте. Давайте, 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 давайте. Поэтому сейчас буду ее обстригать, мыть. Класть в пакетик, обсушивать. Ну, в общем, такой у меня план перехват, пока жду курьера. Котики. Так, ну что, все почистила. Сейчас она немножечко просохнет. Я ее по пакетикам. Не то, что по пакетикам, тут будет один пакет. Но я думаю, мне как бы хватит на пару раз компотик сварить. Что с ней больше? Черноплодка-то ничего не... Что с ней делают? Не знаю. В прошлом году я компот варила. Курок сейчас там пришел. Вот такой вот раз заказала. И тоже Монже Ричен Чикен. Он для котов индор, ну то есть те, которые домашние. Хотя там, ну короче, на самом деле я взяла его, потому что на него была скидка. Он мне достался за 1087 рублей, 1,5 килограмма. На Озоне заказываю. Сейчас пересыплю. На 1,5 недели моей команде хватит. У них еще рыбка осталась. На сегодня вам рыбку. Вот это уже на следующий день. Ой. О, я он мельче. Его гранулы мельче. Нет, такие же. Сердечком. Сейчас я покажу вам. Не знаю, как видно будет. Нет. Они сердечками. Хм. Прикольно. И все влазит. Сейчас это в пакете. Пакетик, а в пакетике пакетик. Что-то я на эту неделю так устала. И физически, и эмоционально. По-всякому. Да. Сюда. Складываю и замораживаю.
увлекательный процесс. Не знаю, девочки, напишите, кто что делает черноплодной рябиной. Если честно, я вот из своего детства вообще не помню. Но я помню, что мы ее на даче росла у моей тети, и тетя ее привозила. Но вот что у меня мама с ней делала? Наверное, в компоты добавляла. Потому что какие-то, не знаю, варенье, что протертое. Я вот хоть убей, я не помню, что с ним. Что? Что с ней можно делать? Ну, мне кажется, в компоты она добавляла ее. Она же такая терпкая. Может, вино из нее можно делать? Не знаю. Но я не помню, что мои вино из нее делали. Но помню, что она росла. Ну, тетя росла, и тетя не знала, куда ее девать, и приносила там нам ведрами. А куда она у нас девалась? Ну, похуй знает. Ну, что, блин, маленький ребенок, что ему? Его интересует это? Да нет, конечно. Да тогда были взрослые заботы. Ты мне не знаю, девочки, если вы что-то делаете прям такое интересное, расскажите. Что ты тут вынюхиваешь? Иди отсюда. Ходишь по столу. Позоришь мать. Давай. В общем, вот собираю. Собираю в пакетик и заморозку. Буду варить компот зимой. Оно уже спелое, смотрите. Я почему-то сомневалась, что ее как бы собирают тоже в конце сентября. Мне показалось, все-таки это. Ну а что, конец сентября, начало октября. Что это уже? В принципе, оно уже спелое. Такая прям легко. С веточек сыпается, даже если так. Веточками потрясти. Просто смотрю, у меня шерсть иногда кошачья появляется. Поэтому, чтобы не заморозить с нею, так еще быстренько просматриваю. Ну, в общем, быстро. Процесс быстрый. Единственное, только все руки. Все руки черные. Ну, значит, доделаю, буду отмываться. Все, доделала важные дела. Пойду масочку сделаю, волосы помою, ложусь. Завтра пятница. Это прям счастье какое-то. Что-то прям очень тяжело мне эта неделя дается. Прям очень тяжело. Наверное, больше из-за событий, продолжающих бурно развиваться. И, скажем так, нервных переживаний по этому поводу. Вот. Завтра пятница. Чайничек помыла, все, перемыла. Все, на этом буду прощаться. Вот такое вот сегодня видео. Про важные дела. Важные-приважные.